заслуженные поздравления от наставника. Он сделал все, что мог, и этого хватило. А ведь если не скинули бы с него эти 2 балла за остановку программы, то с точностью до 100-й балла показал бы результат, как и Андрей Лутай. Хавьер Фернандес, сейчас россиянин выигрывает у испанца ровно 2 балла. Словенец Грегор Урбас почти на 10 лет старше по сравнению с испанцем. Сезон 2001-2002 годов выступает он на высоком международном уровне. И лучший его результат – 9-е место на европейском первенстве в 2007-м. Самый титулованный словенец среди всех спортсменов в фигурном катании за всю историю этой страны. Многократный, 8 раз становился чемпионом Словении Грегор Урбас. Ну а лучший его результат и лучший для словенских фигуристов вообще результат за всю историю их выступлений в соревнованиях, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев, это 6-е место на чемпионате мира среди юниоров в сезоне 2001-2002 годов. В прошлом году на чемпионате Европы Грегор Урбас был 11-м, но показал очень хороший 7-й результат в короткой программе. Сейчас, конечно, говорить о 7-м месте не приходится, но тем не менее претензии этого спортсмена распространяются в том числе и на 10-ку сильнейших, хотя в этом году, видимо, претендовать на попадание в число лучших из лучших ему будет очень и очень сложно. Вот падение. Как
такая выдержка у Гордона Смрекер, под руководством которой и тренируется фигурист. Только по выражению глаз можно понять, нравится ей происходящее на льду или нет. А так мускулы практически не дрожат на лице. Принято говорить, ни один мускул не дрогнул. Ну, так, конечно, нельзя сказать, когда упал с акселя этот фигурист. Но, тем не менее, выдержка железная у его наставницы. Не каждый раз судьи достаточно быстро выставляют оценки, когда, может быть, кто-то сомневается, когда электронная система подводит. Но, в общем и целом, паузы надолго не затягиваются. Вряд ли получит на уровне первой, в настоящий момент, пятерки Грегор Урбас оценки. Скорее, где-то в пределах 60 баллов будет его выступление оценено. И конкурировать он будет, судя по всему, с Александром Майоровым, Игорем Мацепурой и, возможно, Вжемиславом Даманьски, если, конечно, арбитры расщедрятся. Повторить свой результат, седьмое место в короткой программе в прошлом году, у него не получится, конечно. The scores, please, for Gregor Urbas. The short program score, please. Да нет, даже много меньше, чем его лучший результат в этом сезоне. Ни о каких 60 баллах речь просто не идет. 49-23. И он чуть выше Рубена Бломмарта из Бельгии, только 14-й результат. Перед двумя последними разминками лидеры